Всем привет! Сегодня я покажу вам два дня из жизни студентов Китая. В пятницу с самого утра была практика по предмету, который называется мультимедийная технология. Длилась она до 12 дня. В перерыве между парами был небольшой перекус. Затем прошла еще одна лекция по экономике, потом было время на подготовку к экзаменам. В этот день был день рождения моей подружки, поэтому после всех дел мы поехали праздновать. Нашли красивое местечко в центре Сианя, зашли на цветочный рынок, собрали букеты, а потом пошли на ужин в корейский ресторанчик. В субботу, первая половина дня, полностью прошла за учебниками и чашкой кофе. Ближе к вечеру нашла время, чтобы встретиться с подружкой. Приехали в красивый парк, мы очень давно не виделись, поэтому проболтали 4 часа, сделали много фото и встретили закат. Вот еще немного вечернего вида. Ну вот и все. Я надеюсь, вам понравились эти два насыщенных дня. Всем пока!